В часовне музея Спаса на Крови в Санкт-Петербурге открылась выставка «Русские святые». Памятники иконописи XVI-XIX веков из Московского государственного музея-заповедника «Коломенское» были бережно отреставрированы и представлены публике. На открытии экспозиции побывала и наша съемочная группа. Иконы из собрания Коломенского музея-заповедника могут служить учебником иконографии русской святости. 36 редчайших образа прошли через бережные руки реставраторов и представляют собой настоящие шедевры, как с художественной точки зрения, так и с духовной. Здесь представлены иконы периода с 16 по 19 век. Мы отбирали иконы, на которых изображены русские святые, основатели русских монастырей, или святые, которые прославились в городах, особо почитались как угодники Божии. Мы показываем иконы и первых русских святых, князей Бориса и Глеба, их отца, князя Владимира. Показываем многих святителей, митрополитов, ростовских, московских, казанских святителей, которые несли христианство в разные уголки российской земли. Возраст этих икон позволяет извлечь из них еще и урок истории архитектуры. На них изображены святые с монастырями и храмами, некоторые из которых уже безвозвратно исчезли. Самые редкие святые из самых укромных уголков России представлены в этом собрании. Здесь на выставке хорошо представлены святые Центральной России и Северо-Запада. Есть иконочка с Александром Невским, есть иконочка с Антонием Дымским, с Александром Свирским и так далее. И московские святители. Выставка икон «Русские святые» в часовне музея Спаса на Крови продолжит работу до середины декабря. Затем межмузейное сотрудничество с Коломенским заповедником продолжится. В следующем году петербуржцев ждет очередное открытие духовной сокровищницы.